Здравствуйте, меня зовут Калугина Оксана Евгеньевна, я врач-стоматолог-ортопед, заведующая ортопедическим отделением номер 1 стоматологической поликлиники номер 12 города Екатеринбурга. 5-6 октября я посетила имплантологический симпозиум в городе Санкт-Петербурге. Хотелось бы отметить реально организацию на высшем уровне, прекрасных спикеров, темы докладов были просто потрясающими, которые очень важны и нужны в практике врачей-стоматологов, как ортопедов, так и хирургов. На самом деле я первый раз на имплантологическом симпозиуме, и хотела бы сказать огромное спасибо тем людям, которые сподвигли меня приехать сюда. Нисколько не пожалела и хотела бы сказать своим коллегам, которые думают только начать практиковать имплантацию, либо которые только начинают, либо практикующие уже специалисты. Здесь реально настолько большой объем информации. Одно дело, когда ты читаешь теорию, другое дело, когда люди тебе это все дают на практике и показывают такой большой багаж практических навыков, ошибок, осложнений. Это очень дорого стоит для специалиста. Кто как не мы, коллеги, поделимся друг с другом вот таким бесценным опытом. Спасибо огромное Мегастому. Здесь были реально люди, которые представляли Мегастом. Я первый раз с ними познакомилась, но такое ощущение было, что я знаю их очень много лет. Безусловно, я буду посещать их семинары, практические, теоретические. Я думаю, что там безумно интересно. Спасибо компании Бега за широкую, качественную линейку товаров. И спасибо им, то, что они не стоят на месте, потому что, как вся медицина, стоматология, она не стоит на месте, развивается. И спасибо им, то, что они двигаются вперед, и мы двигаемся вперед за ними. Ну, поскольку я первый раз на этом мероприятии, я хочу сказать, что я буду посещать каждые последующие конгрессы и призываю всех своих коллег, чтобы они также посещали, как и я. Спасибо.